пятницу днем Шереметьевский проспект в Иванове сковали пробки. Вереница машин растянулась от Красной Церкви до Соковского моста. Остановились троллейбусы. Причина – дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Kia двигался прямо от улицы 8 марта к площади Революции. Toyota ехала в противоположном направлении. Ее водитель хотел повернуть налево. В этот момент и произошло столкновение. Автомобили сильно затруднили движение до приезда экипажа ДПС. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Участники не могли своими силами убрать транспортные средства с проезжей части дороги, так как автомобили были сильно повреждены и оставались на месте ДТП до прибытия наряда ГИБДД.